Добрый день! В этом небольшом уроке я расскажу вам, как делать простые мониторы и камеры. Первым делом создаем браш и покрываем его лицевую сторону одной из мониторных текстур. Важным пунктом будет растяжка текстуры под размер браша, чтобы не было вот так. Превращаем браш в Funk Brush и даем ему имя Монитор. Теперь ставим на карту Point Camera и даем ей имя. Переменная FOV – это зум камеры. По дефолту во всех играх стоит 90. Fog Enable включает туман. Для чего это нужно? Камера может отрезать видимость на определенном расстоянии от себя. Fog Color – цвет тумана. Fog Start – расстояние от камеры, на котором начнет появляться туман. Fog End – расстояние от камеры, на котором видимость будет полностью отрезана. Fog Mark Density – плотность тумана от 0 до 1. Со свойствами все. Ставим еще одну Entity – Info Camera Link. Она будет указывать браш, который будет использован как монитор для выбранной камеры. Очень важно, чтобы браш был покрыт специальной мониторной текстурой. Ну и напоследок Logic Relay. В Outputs мы выставляем новое значение для зума, где первая цифра – это FOV, а вторая – время, за которое он будет менять зум. Вот, в принципе, и все для начинающих. Благодарю за ваше внимание, встретимся в новых уроках.